В республике создадут 100 умных модульных электротопливных автозаправок. 10 из них появятся в Уфе под брендом «Башкортостанция». Инвестор планирует вложить в проект 1 миллиард рублей. Реализует инициативу в ближайшие 5-6 лет. Об этом договорились правительство региона и компания «Экопрогресс» на полях всероссийского инвестсабантуя «Зауралье». Еще одно соглашение касается строительства оптово-распределительного центра. Документы подписали Минторг республики и компания «Гарант Логистик». Компания планирует построить объект в Октябрьском районе города Уфы. Срок реализации также до 2029 года. Инвестор готов вложить в проект более 3 миллиардов рублей и планирует создать более 100 новых рабочих мест. Все эти инвестпроекты, безусловно, выльется хорошим экономическим эффектом для республики, как уже было упомянуто в части создания новых рабочих мест, так и поступления новых налоговых отчислений. На Всероссийском инвестиционном сабантуе Зауралье в Сибае подписали 50 соглашений с общим объемом инвестиций более 103 миллиардов рублей. Самым крупным стал проект по строительству комплекса специальных химических производств в Салавате за 53 миллиарда рублей.